Приветствую всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня будем рассматривать узор для кардигана. Узор простой, как обычно. Итак, мы начинаем. Для примера нам надо набрать 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Раппорт узора здесь 6 петель. Так. Значит, эту петельку держим, набираем одну воздушную и провязываем ряд столбиками без накида, полностью до конца ряда, столбиками без накида. Провязали первый ряд столбиками без накида. Набираем 3 воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку, переворачиваем работу, отступаем 3 петли, заходим в четвертую и из одной точки вывязываем 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Одна воздушная петля. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью. Вывязываем столбик с накидом. 1. Одна воздушная петля. Пропускаем 3 петли. Заходим в четвертую. И вывязываем из одной точки 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. И в последнюю петлю 1 воздушная, и в последнюю петлю мы вывязываем, пропускаем 2 петли, заходим в последнюю и вывязываем столбик с накидом. Второй ряд связан. 3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли по рисунку, переворачиваем работу. И теперь мы работаем с этими большими элементами. Нам надо провязать 4 столбика с накидом с одной вершинкой. Мы провязали 1 столбик, оставили на крючке, 2 столбик не довязали, 3 столбик с накидом и 4. На крючке 5 петель провязываем все одной петлей. Элемент связан. 2 воздушные петли. Входим в столбик, который у нас был в предыдущем ряду, 1 в макушку и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли. У нас опять вновь образовался элемент из 4 столбиков. Мы вывязываем 4 столбика с накидом с одной вершинкой. 2, 3, 4. На крючке 5 петель. Закрываем все одной петлей. Элемент связан. 2 воздушные петли. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Третий ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. В первую прямо сюда петлю мы вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. В макушку, где мы только что связали 4 столбика с одной вершиной, входим в макушку и вывязываем столбик, 1 столбик с накидом, 1 воздушная. Теперь, где у нас был 1 столбик в предыдущем ряду, из него вывязываем, из одной точки вывязываем 4
столбика с накидом из одной точки. 3, 4. 1 воздушная петля, где у нас были 4 столбика с одной макушкой. Входим в макушку и вывязываем 1 столбик с накидом. 1 воздушная петля. Из третьей петли подъема мы вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Четвертый ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу в первую же вот арочку. Не в первую арочку. Первый столбик пропускаем. Вот в макушку второго столбика мы вывязываем 1 столбик с накидом. 2 воздушные. В предыдущем ряду у нас был 1 столбик с накидом. Заходим в макушку, вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Из элемента 4 столбика из одной точки мы теперь вывязываем 4 столбика с накидом с одной макушкой. 1, 2, 3, 4. На крючке 5 петель провязываем все одной петлей. 2 воздушные. Теперь в предыдущем ряду у нас был 1 столбик. Заходим в макушку этого столбика и вывязываем 1 столбик с накидом. 2 воздушные. Теперь в предыдущем ряду у нас был 1 столбик с накидом и 3 петли подъема. Мы провязываем в макушку столбика 1 столбик и в третью петлю подъема вывязываем еще 1 столбик с накидом. На крючке 3 петли провязываем все одной петлей. Пятый ряд связан. 3 воздушные петли подъема. 1 петля по рисунку. Переворачиваем работу. 2 столбика пропускаем. Работаем с одним столбиком. Заходим в макушку, вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 3, 4. Элемент связан. 1 воздушная. В элемент из 4 столбиков с одной вершинкой в макушку вывязываем 1 столбик с накидом. 1 воздушная. В предыдущем ряду был столбик, 1 столбик, из него вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. 1 воздушная. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Ну вот и все. Ссылка на модельку, фото, схему, выкройку находится в описании. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и в соцсетях. А пока-пока!